земля, мы видим здесь, вот, твердая, не перекопанная. Вот сейчас мы проверим, на какую глубину данный культиватор может обрабатывать почву. Кусок земли и смотрим, на какую глубину входит. То есть, в принципе, на штык лопаты земля вот такая мягкая, пушистая становится. То есть у нас вот разделяем примерно штык лопаты. В принципе, можно использовать для перекапывания огорода.